Они хвостом не били, кстати, да. Свалил от них? Нет, они прям за мной идут пешком. А я пешком иду. Сломали. Все, мне лапу сломали. Зашибись, вы помощники, конечно. Так мы сабики, типа, что ты хочешь от нас? Ну, блин, а я отдал, теперь я тоже буду сабиком. Ну, ебать, пойдем вместе проститься. Не, надо было сваливать, как только второго увидели. Ну, так я так и так сделал, я, да. Как только его увидела, я и сваливала. Ну и все, все свалили, почти. Ну, хуевая статистика, 50% умер. Бублик, если там у тебя уже никого нету, близко где? Хотя бы. Ну, эти двое, я мимо них пробежал сейчас. Но у меня то с фул стамина, я несусь их нахуй. Смотри, он же мелкий, да? Кто? Вот спина, чувак. Где он? На острове? Где? Да, он мелкий, пойдем душить. Господи, все, блять, ура, я стою, думаю, блять, надо оно, не надо. А, он этот несется за мной. Че, не видишь меня, что ли? Слушай, не сказал бы, что спина очень мелкий. Он за тобой несет? А, вижу. Да. Помню, у нас этот, у меня стамина, все, я ухожу от регени чуть-чуть. Окей. Потому что я от этих еще бежал. Чмордяев двух. Ты же там со мной был, что ты там бежал? Там же... Ну так я в смысле, я уже к тебе этот... Ну, так блин, у нас же стамины вообще нет. Что ты там бежал, блин, там два шага и все, стамина кончилась. Слушай, я все тоже насушу. Уходи на сушу, сейчас вот отвлекать его. Сейчас стамина Тригеня доплыла. Да он сам уже отвлекает себя. А, да? Типа, ему мы не особо нужны. Да. Бля, люблю, да, спок этих. Смотрят, сейчас будут. Наблюдать за нами. Где он? Там, там в воде где-то искать надо. Ну. Я свалил. Он, знаешь что, тут пещера есть, вот прям подо мной. А, мог сюда свалить. Я как-то типа, левом ухе его слышу. Нет, это просто... Блять, я его немного поискал, у меня уже половина. Ну да, да. Надо сейчас вплыть эту перекинить ее. С Мегаланией не так. Ладно, будет время, реально выращу себе Мегаланию для пизделок. Пизделовок. Шо вы, пацаны, там стоите, чилите? Одного забрали, радуются. Мне бы бревно одно собрать. Собери. А где оно? Оно на реке. Да. А на реке эти додики? Да, абсолютно верно. Пятерочка. Мы его подрючили, а он пропал куда-то. Он там где-то спрятался. Вон он на берегу, на острове ходит. А, да? Пойдем душу дальше. Идем душу я почти адолт. Ты только не парись. Ой, блядь, не пались.
Сейчас будем-то по два человека прыгать, и остальные будут хилить стамину, пока один отвлекает. Чтобы в этот раз не сдрыхнул. Наша любимая диета. Спинозавры, ебать. Когда Они говорят, что не от гладят. нас не убегут, знаешь. В нашу диету входит все, что от нас не может убежать. А, он восстанавливает воду. Да, я же говорю, у него этот квест. Я поэтому и понял, то, что там кто-то есть, потому что мне этот квест выдался, и я смотрю то, что в плюс он идет вода. Я готов. Сейчас, Жду. подожди, Попробую еще уже меня раз. немножечко. Сейчас, наверное, с тобой вместе прыгнем. Да я тоже тут уже. Тогда идите вы, я на берегу подожду. Мне вся жопа красная с лапами. Все, он Все, все видно. отвернется от меня. Я ныряю. Хова. Кола. Видишь его? А, вижу. Ну ты... В твою сторону поплыл. А, он Вот он под воду вернул. нырнул. Вася, ты куда? Прозвучало как обращение к коту. Ну, котик. Я Ван Гоги, он там Пентагон взламывает, не серьезно. Да. По стамине у вас все окей? Мне плыть? Да. Почти, мне кажется, уже умер. Да, мы его почти задушили. Ну и у меня стамина уже все. Но я добью. Я до конца буду. Ну, он уже все полумертвый. Дайте, я хотя бы удар нанесу. Давай. Добивай его. Подводная Какой я братва. охуенный. Так, ладно, надо порегенить стамину. Сейчас кислород закончится. У меня тоже, кстати, с кислородом вообще беда. Ну да. Тут не знаю, в чем больше проблема. Но со стамина нет, стамина быстрее намного потратилась. Так, ладно, я пошел дальше за цветочками. Сейчас стамина только триггеню. Все, это наше, блядь, Чувствую. этот озеро. Ага. Я смогу его часть принести, чтобы очистить озеро? А разве Ну можно да. его? Типа, Ну, прям рыбу дать? можно, типа, это что же еда? Нет, нельзя. Не, ну типа, он же не рыба. Ну, блядь, то есть труп, который лежит в озере, типа, ничего тут не загрязняет. Нет. Загрязняет то, что ты тут языком получишь воду. И все. Ничьи языком на блазе, где попало. Лови рыбку. Как рыба, правда, поможет очиститься, я не знаю. Она что-то типа все время была. Не, ну рыба помогает очиститься. Да, но Жесть. типа прикол в том, что количество рыбы зависит от чистоты озера. Чем чище озеро, тем больше рыбы. Да, то есть ты чистишь озеро, чтобы спавнилась рыба, а тебе надо, чтобы она спавнилась, для того, чтобы чистить озеро. Класс. Ладно. Пособираю рыбки. Я думаю, если что, еду найдем или новая заспавнится. Так, мне еще два цветочка. Дайте цветочек. Минута 10. Ну все, я до фула вырасту сейчас. Капец, 200 монет за групповой квест, 200. Так мало, просто жесть. Это мало? Ну, типа, за Это групповой, самая да. большая игра в игре Так, по да, так, типа, 20 практически. ликвидов, ну, сравни, 20 ликвидов и А, ну 100 да. цветочков. Это большая разница. Ну, Да, проще, тут как. по-моему, 20 ликвидов собрать. Ну, или 30. А чё у нас Куда? кто-то ливнул? По горло. Дыхнулось. Может, реально там Нет, у за... меня краш под водой А. случился. А, плохо. Ну ладно, я Это сейчас. не очень.